Продолжается финансирование уличных акций и беспорядков. Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь. Мы это видим. Конечно, мы не можем отследить все средства, которые сюда поступают, потому что очень много средств поступает наличными. Но мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся. Руководители западных государств предлагают нам переговоры, разговоры, а в это время продолжают гнуть свою линию. Мы тоже это видим, понимаем, но не воспринимаем. Я хочу, чтобы это они услышали. Они собираются провести сегодня или завтра совещание на уровне то ли МИДов, то ли руководителей Европейского Союза. Я бы просто им посоветовал, прежде чем тыкать пальцем в нас, внести в повестку дня своих совещаний вопросы желтых жилетов, допустим, во Франции, ужасных беспорядков в Соединенных Штатах Америки. Я бы хотел, чтобы они прежде всего рассмотрели протесты против коронавирусной изоляции в Германии, в других странах Европы. Я намекаю на то, что очень много проблем у них. И не надо сегодня кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от тех проблем, которые бытуют во Франции, Соединенных Штатах, Германии и так далее. Ну а вообще, а потом уже после этих рассмотрения этих вопросов можно было поставить и вопрос шестым или седьмым пунктом по Беларуси. Мне кажется, что у этих господ бревно в глазу, но они этого не видят. Но Господь с ними.